Это вечернее нетро 1 апреля 2016 года. Ну, это уже на следующий день у нас началась выставка. Сначала мы были около ринготерьеров, понаблюдали за ними. Вот бордертерьеры из Москвы, Лео. Ну, а потом Алиса, так сказать, таким осликом прошлась по своему рингу. И мы пошли на смотреть Бесты в субботу, да, мы там просидели несколько часов, часа два, наверное, пару часов. Вокруг нас тоже любители собак. И нормальная выставка, такая организация, вполне себе. Собак не очень много касательно эрдельтерьеров, бордертерьеров и колли. Малочисленная выставка, на самом деле. И собаки не считаю, скажем, тех, вот, кто приехал из России, бордертерьеры. Хороший был один эрдельтерьер, вот, который вы видели, красивый. А так колли ни одной нормальной собаки я так не видела. Не считая вот одного питомника словацкого, который... Я, честно говоря, не знаю, правильно я его произношу или нет. Он, по-моему, называется Гипсонова Пуст. Ну, у него нормальные собаки, только очень хвосты задирают. А так очень красивый фронт и голову тоже есть нормальные, красивые. Ну, об этом чего говорить, кто меня спрашивает. Вот такой розовый был ринг Best in Show. Хотя он не имеет ничего общего с маркой еды для собак сухого корма Еуканоба. Это просто у них такое все розовое, потому что все цветет и распускается весна. Это юниорский бест терьерчиков. Вот Светлана Тюменцева там шла со своим бордер-терьером прекрасным по кличке Кристи. А это уже взрослый бест терьеров. Это бордер-терьер, вы сейчас видите, из Москвы. Со своей хозяйкой Кристиной, а терьера зовут Лео. И он выиграл на этой выставке лучший кобель среди бордер-терьеров. Вот так вот. Вот он идет. Очень довольные остались. Ну, я понимаю, конечно, когда такое выигрываешь, чего бы не радоваться. Ну, вот на следующий день утром перед отъездом Лиса немножко побегала по центральной улице Нитры. Вот так вот все там сейчас цветет, распускается. Прекрасная погода была. И вообще очень приятный городок. Он спокойный, очень вкусная, дешевая по сравнению с Австрией. Там еда. Басечка, да. Так что нормальный город такой. Спокойный, тихий, провинциальный. В то же время... Там есть историческая часть, по которой можно погулять, замечательный вот этот вот монастырь, да, или как-то, что, я не знаю, старый на горе. Вот, это уже воскресный ринг, там тоже мы ничего не получили, но потому что Алиса включила установку «Я ослик на веревочке и вообще никуда не хочу бегать, зачем меня привели на выставку?». Поэтому мы только, конечно, зря сюда съездили. Это что касается выставки, да? Ну, не зря, мы встретились с приятелями, там походили, потусовались. Раз и два собачки. И потом на следующий день перед отъездом прошлись по городу. Вот такие там старые есть дворы. Да, Спавлачин. Такие камни. Это уже в конце мы сидели просто в пиццерии, там пили пиво. А так, нормально. Там есть нормальные рестораны такие, не только там пиццерия какая-нибудь. Вот. И с нами там сидели тоже австрийцы с Чихуахуа, мы с ними поболтали. Пиво тоже очень там дешево стоит, я не помню, что-то смешные цены какие-то. И в конце, кстати, я перед самым отъездом мы зашли в кондитерскую, замечательную, красивую кондитерскую с таким французским шармом. Вот такой столик у нас был. Это я уже просто снимала, у меня уже зарядка заканчивалась. Там замечательный вкусный кофе и замечательный вкусный чизкейк я ела. Там разные есть еще эклеры и торты. Все это настолько прекрасно. И такая атмосфера там добрая. Очень рекомендую. Сейчас даже внизу напишу, как это называется. Если будете в Нитре, то обязательно зайдите туда. А в следующем видео смотрите, пожалуйста,
как мы играем с новыми игрушками, которые я тоже купила своим собачкам в Нитре. Приятного всем дня. Пока-пока.